Перед вами репродукция картины Зинаиды Серебряковой «Забит». В некоторых ее источниках вы можете видеть ее под названием «За завтраком». Картина была написана в 1914 году. Зинаида Евгеньевна – представитель дворянской семьи. И по традициям в дворянских семьях завтрак состоял из двух частей. Первый завтрак в 7 утра, а второй ближе к полудню. Данная репродукция картины относится к бытовой живописи. Так, мы видим трех ребятишек, сидящих за обеденным столом. Это Зинаида Евгеньевна изобразила своих детей. Мальчик, смотрящий прямо на нас, его зовут Шура, так его и называли в семье. Шуре 7 лет. А мальчик, сидящий на другой стороне стола, его зовут Женя, он самый старший из братьев. Жене 8 лет. И, наконец-то, красавица Тата, полное имя Татьяна, ей всего лишь 2,5 года. Итак, мы видим трех симпатичных ребятишек. Но позвольте спросить, сколько всего человек находится в столовой? 4. Так, внимательный зритель заметил женскую руку. Кто это, по-вашему? Очевидно, что это рука самой хозяйки дома, Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Вот сейчас она нальет суп в свою тарелку и присядет на свободное место, чтобы пообедать со своими детьми. И опять я обращаюсь к внимательному зрителю. Скажите, приготовлено ли место для 4-го человека? Да. Как вы догадались? Мы видим на картине пустой стул и приготовленный прибор, стоящий на столе. Продолжим осматривать лица детей. Похожи ли они между собой? Да. Справа от репродукции картины мы видим фрагменты с портретов Зинаиды Серебряковой. Вверху мы видим автопортрет художницы, то есть Зинаида Евгеньевна нарисовала саму себя. А чуть ниже мы видим портрет ее мужа Бориса Анатольевича Серебрякова, отца детей. Итак, рассмотрите эти фрагменты. Посмотрим на лица детей. На кого похожи Шура и Тата? Шура и Тата похожи на свою мать. Особенно ярко об этом говорят их темные открытые глаза. А еще на сходство с матерью указывают их формы носа и губ. А на кого похож Женя? Женя даже с опущенными глазами похож на своего отца. Цветом глаз и овалом лица. Продолжим рассматривать картину. Обратите внимание на обеденный стол. Расскажите, что вы заметили? Стол достаточно большой. Он накрыт белой скатертью. Кроме большой супницы, мы можем на столе увидеть графин с водой, сахарницу и солом, вкусные булочки на тарелке и шоколадное печенье. Это просто и одновременно эстетично, что говорит о хорошем вкусе хозяйки дома. Всем спасибо за внимание. Передаю слово следующему экскурсоводу. Давайте рассмотрим позы детей. Что вы можете сказать о Тате? Тата вот-вот готова сползти со стула и выскочить из-за стола. О чем вам говорит поза Шуры? Резкий поворот головы Шуры говорит о том, что он вернется к своему прежнему занятию. А что вы можете сказать о позе Жени? Женя задумчиво продолжает пить воду. Обратите внимание на жест Таты. О чем он говорит? Наверное, девочка не хочет кушать, поэтому закрывает тарелку своей пухленькой ручкой или предпочитает супу сдобную булку, лежащую на середине стола в специальном блюде. Присмотрите стул, на котором сидит Тата. Что вы видите? Мягкую подушечку. А как вы думаете, почему Тате положили подушечку? Тата еще слишком мала, и обеденный стол для нее слишком высок. Поэтому Тате положили мягкую подушечку. Это говорит о том, что в доме Серебряковых любят детей и заботятся о них, создавая удобство и комфорт. Спасибо за внимание. Передаю слово следующему экскурсоводу. Эту картину на две самостоятельные. Это фрагмент Шура за обедом и Тата за обедом. Давайте обратим внимание на лицо Таты. На картине ей 2,5 годика. Не правда ли взрослое выражение лица для такой маленькой девочки? Теперь я уберу рамку.
и лицо Тата станет совсем детским. Зрителю может открыться много тайн, скрытых в картине. Например, то, что скатерть до обеда лежала свернутой в шкафу, или то, что в столовой не одно, а несколько окон. Картины можно читать до бесконечности. Для этого нужно быть очень внимательным и заинтересованным человеком, а еще вооружись рамкой тулупой, смело изучать репродукции нашего музейного дома. Итак, наша экскурсия прошла к концу. Спасибо за внимание.